В преддверии Нового года в детских больницах и стационарах проводят акции и праздничные концерты. Но сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства решили подарить хорошее настроение и тем, кто в эти праздничные дни готовится стать мамой. О женщинах, которые находятся в ожидании двойного чуда, наш следующий сюжет. Нахождение в роддоме – не повод оставаться без праздника. Студенты медицинского колледжа устроили новогодний флешмоб прямо под окнами Московского областного центра охраны материнства и детства. Будущим мамам такой сюрприз пришелся по душе. Атмосфера праздника царит и в самом роддоме. Зону для отдыха переоборудовали в небольшой концертный зал. А на импровизированной сцене выступили поэты и музыканты. Они подарили женщинам свои лучшие произведения. Я вообще-то житель Москвы. Вот. А сюда меня пригласили для того, чтобы поучаствовать в концерте для уважаемых роженец. Тут публика, которая, ну скажем так, в ожидании светлого будущего и важного события в их жизни. Вот, мне показалось это интересным, тем более, что и песни у меня тоже в основном про любовь. Песни и стихи были не только про любовь и высокие отношения, но и про наступающий праздник, который эти женщины ждут с особым трепетом. Новый год они встретят уже со своими малышами. Я люблю гитару, музыку. Заканчивала музыкальную школу, но, правда, по классу гитара, но не играю. Забросила как-то. А так мне вообще, поэтому у меня даже ребенок танцевал, там, в животике. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.